238 миллиардов рублей зарезервировано в казне под различные проекты. В работу на сегодняшний день направлено 64% от этой суммы. Остальные деньги продолжают лежать на краевых счетах. Вениамин Кондратьев предупредил, если запланированные объекты не успеют сдать вовремя, последуют кадровые решения. У меня вопрос и к руководителям краевым, ну и, конечно, к муниципальным. В начале года вы все заявки подали вовремя. Средства вам зарезервировали, они весь год в бюджете пролежали. Коллеги, десятки миллиардов просто так находились на счетах бюджета. И никуда не выделялись, в том числе и на строительную отрасль, на долгожданные школы, детские сады, спортивные объекты. Вы или приоритеты не умеете расставлять? Или изначально заявляете то, что вам не под силу. Или как управленцам, достаточно слабым. Либо вашим командам, тоже слабым. Тогда вывод напрашивается сам. Или команды меняйте, коллеги. Либо сами для себя дайте честный ответ. Почему? Во время краевого планерного совещания на связь с губернатором вышли главы районов, где затягивается строительство малобюджетных спортивных залов. В Белоглинском и Апшеронском районах пообещали все работы закончить в декабре этого года.